Эти выходные будут продолжительными, да и мест, куда сходить и интересно провести время, очень много. 6 марта в Березняковском драматическом театре можно посмотреть спектакль по мотивам рассказов Булгакова «Записки юного врача». Начало в 6 вечера, билеты можно забронировать в кассе театра. Порадуют яркими спектаклями и театр «Бенефис». 7 марта в 12 часов состоится сказка-детектив «Похищение луковиц», а 8 марта веселая история «Все мыши любят сыр». Информацию о спектаклях можно получить в кассе театра. Для любителей выставок в Березняковском музее имени Коновалова продолжается фотовыставка «Объектив» на городе. Успевайте посетить и выставочный проект «Дневник подростка», в котором молодая березняковская художница Лиза Баскакова представляет авторские комиксы. Выставка продлится до 6 марта. КСЦ «Азот» приглашает горожан встретить Масленицу. 6 марта на площадке возле ДК имени Ленина состоится широкая Масленица. Песни, танцы и итоги конкурса «Девочка весна». На интерактивных площадках будут выдавать жетоны, за которые потом выдадут блинчики. Ярким событием станет огненный шоу и сжигание чучела Масленицы. Встречаемся 6 марта в 11:30 на площадке возле дворца имени Ленина. Усольский дом культуры приглашает на концерт «Закатошное воскресенье» 6 марта в 2 часа дня. Яркая скоморошья комедия, выступления творческих коллективов, розыгрыши и затеи, праздничная фотозона, выставка работ руководителей коллективов декоративно-прикладного творчества и многое другое. Вход на мероприятие свободный. Активно и музыкально мартовские праздники можно провести в баре «Дядя Ваня». 5 марта состоится концерт группы «Чендлеры». 6 марта на сцену выйдет группа «Каверфест». Ну а 7 марта группа «Ремейк». Забронировать столик можно по телефону, указанному на экране. Но понятно одно – будет атмосферно, вкусно и очень музыкально. В городском культурно-образовательном пространстве «Кооператив» также насыщенная программа. 5 марта можно присоединиться к скандинавской прогулке и мастер-классу по созданию интерьерной картины акрилом. 6 марта состоится лекция Софьи Лисицыной «Прекрасные дамы прошлого. Странные стандарты красоты 18, 19 и 20 веков». 7 марта вы можете отправиться в керамическую мастерскую поселок Всеволодовильва. Ну а 8 марта позавтракать в творческой атмосфере. Записаться можно через группу ВКонтакте. А в Усолье в акватории Камы уже стартовал третий этап Кубка России по сноу-кайтингу «Строгановская миля». Продлится он до 6 марта. Кстати, 6 марта также можно будет посетить музейные экспозиции и мастер-классы в палатах Строгановых, доме Брагина и усадьбы князей Голицыных. Пройдут развлекательные мероприятия, обучение сноукайтингу и фотосессии. Для любителей проводить время активно продолжают работу прокаты лыж, тюбингов и коньков Новожилова. Проведите первые весенние выходные весело. Афишу на выходные подготовила Ксения Калугина.